Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш полет, взлетаем в Ярцево. И следующая наша дозаправка в Верхней Имбатске. Смотрим. Мы торопились на север, а под нами величественно тек Енисей, играючи, неся многотонные глыбы льда туда, где они не тают никогда. Чем дальше отлетали мы от Ярцево, тем погода становилась хуже и хуже. Но у нас не было обратного пути, только вперед, на север. Порой видимость была такой, что машина просто зависала на месте, пережидая снежные заряды. Мы шли над рекой. Нервы звенели, и только наш пилот и предводитель знал, что он сейчас чувствует. Енисей не всегда встречает своих гостей такой погоды. Он бывает солнечным и спокойным. Это удивительная река, на которой я бывал в детстве. Ловил с отцом хариуса на корабль, и я помню, насколько он может быть добр и приветлив. Одна из крупнейших рек мира. Длина реки от места слияния Большого Енисея и Малого Енисея – 3487 километров. По площади бассейна Енисей занимает второе место среди рек России и Евразии, после Оби, и седьмое место среди рек мира. Для бассейна Енисея характерна резкая асимметричность. Его правобережная часть в 5-6 раз обширнее левобережной.
Енисей – природная граница между Западной и Восточной Сибирью. Левобережье Енисея заканчивает Великую Западно-Сибирскую равнину, а правобережье представляет царство горной тайги. От Саян до Северного Ледовитого океана Енисей проходит через все климатические зоны Сибири. В его верховьях живут верблюды, а в низовьях – белые медведи. Города, расположенные по берегам Енисея, если смотреть вниз по течению, это Кызыл, Шагонар, Саяногорск, Минусинск, Абакан, Дивногорск, Красноярск, Сосновоборск, Железногорск, Лесосибирск, Енисейск, Игарка и Дудинка. Всем подписчикам из этих городов огромный привет! Спасибо, что смотрите наш канал. Тем временем мы подлетели к поселку Ворогово в Турханском районе. Разлившийся Енисей подтопил поселок. Было затоплено около 248 жилых домов, в которых проживает 700 человек, в том числе 200 детей. Началась эвакуация местных жителей, работал МЧС, два вертолета Ми-8, три плавсредства, в общем количестве около 50 человек. Были очень большие заторы, что не давало Енисею проходить, и поселок серьезно подтопило. Работала авиация, взрывали лед. То есть вот когда мы вылетали, с нами же вылетали вертушки, работали борта, мы по рации слышим, что работали борта где-то недалеко. Это были взрывники, вот как раз взрывали ледяные заторы. Вот такая вот ситуация неприятная получилась. Люди плавали на лодках. Страхи в узду. Сиди и не ахай. Хочешь на север? Молча лети. Не хочешь? Тогда иди. Ну и дальше по Маяковскому. Да, ребят, натерпелись, конечно, в этот перелет. Посмотрите, высота минимальная. Идем прям в верхушечке бреи. Чтобы хоть что-то было видно, какие-то ориентиры были. Жутковато. Ну, спасибо нашему пилоту. Он у нас действительно мастер. Ну и натерпелся он, конечно, за этот перелет. Мы-то просто боялись, а он еще и летел. Дядь Вить, большое тебе спасибо. Вот сейчас, пересматривая этот перелет, я начинаю понимать, насколько он был сложный и физически, и морально. И ты нас вез, балбесов, которые то храпели, то ворчали, то им надо вниз, то им надо пирожок, то надо чаю попить. А ты всегда улыбался, и только ты один понимал, в какой мы жопке находимся, и при этом еще и летим. Стальные бивни – это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором.
Тем временем мы подлетали к селу Верхнеимбацк, расположенному на правом берегу могучей реки Енисей. История села, основанного магазейскими казаками в 1607 году, очень богата и разнообразна. До революции Верхнеимбацк был местом политической ссылки. Одним из самых известных ссыльных стал Яков Ефимович Боград. Яков Ефимович, владевший неисчерпаемым багажом знаний по многим наукам, быстро завоевал доверие местного населения. Его уважительно называли «учитель». Прозвище было дано не случайно. Яков вел просветительские беседы с местными жителями, рассказывал им о последних событиях в России, о русской литературе, культуре и искусстве. В память о ссыльном Бограде, внесшем огромный вклад в развитие Верхнеимбацка, названа центральная улица села. Во время Великой Отечественной войны 203 верхнеимбацца ушли на фронт. Память о павших земляках односельчане бережно хранят в своих сердцах. В 2006 году в селе был сооружен мемориал воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На 10 плитах увековечены имена воинов Верхнеимбацка – Чулкова, Алинска, Новоселова, Искупа, Бородино. В настоящее время на территории Верхнеимбацкого сельсовета расположены Дом культуры, библиотека, средняя общеобразовательная школа, детский сад «Светлячок», отдельный пост пожарной части 87, аэропорт, почтовое отделение, метеостанция, лесничество, молодежный спортивно-досуговый центр, участковая больница. Население Верхнеимбацка составляет 636 человек. Каждый житель села может с гордостью сказать: Верхнеимбацк – это малая родина. Так вот, уметь надо. Идет дозаправка в деревне Верхнеимбацкая. Вот нам топливо заливают. 370, 380. Вот так вот она выглядит. Ну, сейчас я еще покажу вам, что прогуляюсь. Так, ребятки, мы дозаправились. Сейчас будем отстой сливать. Вот такой аэродром здесь. Колдун есть, значит, аэропорт. Погоду скажи, что в окошко видно. Надо было раньше пить чай, не стоять. Чего вы стоять? Нет, ну я... Вот так нежно наш предводитель сказал, что, мол, ребят, хватит пить чай, лететь надо, пока погода не испортилась. Пока еще тучки не набежали, да снежок не посыпал. Ну а мы что, слушаемся и справимся. Сильно не наказывайте. Костяну с диалога по рыбалке, привет! Костян, я уже почти у тебя в гостях был. Давай теперь ты к нам. Костян, вон следы от твоего снежика вижу. Ну что ж, можно сказать, я побывал в Туруханске. Ну, по крайней мере, на него посмотрел. Ну а Костян, тебе, конечно же, дружище, бонусов, бонусов побольше. Удачи!
Ну вот мы и прибыли в долгожданный аэропорт поселка Светлогорск. Сюда прилетают самолеты Ан-24, летают они раз в две недели, билетов не достать. Аэропорт находится в 18 километрах от поселка. Это обусловлено розой ветров и прилегающим ландшафтом. Ну все, в зиму настоящую приехали. 1200 километров. Да, ребят, 1200 километров мы преодолели. Махнули тут, не глядя. Да. Не, глядя. Предводитель команчи в оба глаза смотрел. Это мы тут это самое. Филонили, то похрапывали, то посапывали. То частоты забывали, то вышки, как называется. То считать учились. Вездеходов должно быть много и разных. Предлагаю вашему вниманию вездеход «Лесник М-Север». Простой, недорогой и надежный вездеход для тех, кому не надо выполнять сверхзадачи. При покупке приятный бонус по коду GERASIMSHIR. Подробный обзор вездехода в описании. Теперь, ребята, зачехляем ветролет. Разгружаем. Погрузились, оставляем ветромах в аэродроме, садимся в бухгалтер и пьем! Так, ребят, короче, вам нифига не видно, вон там Курейская ГЭС, на реке Курейка стоит. О, Светлогорск. Тут еще снега 3 метра. Гуся будет. Больница лишняя. Большая. Ребят, больница 3 этажа пустых вверх. Здесь рассчитано на большой поселок. Вот администрация. Дорога здесь только до аэропорта. А машин сколько, куда они здесь ездят? Вот тут движуха какая. Тут все уже в гаражах живут. О, лодки чинят уже все. Готовят. Бурки зачехляют, лодки расщепляют. Мужиков движуха. Мужиков движуха, гусей щипают, да. Гаражная жизнь полным ходом. Чего себе цивилизация-то какая? Я же тебе говорю, вот это да, вот это да. Это, наверное, клюквенный компот. Офигеть. Точно. Это Серега. Клюквенный компот. Это Серега то, что я думал? Да. Клюквенный компот. У нас канал семейного просмотра. Нам такое нельзя показывать. Телевизор, елки-палки. Рогов с головами сколько. Ну, ребята, точно примерить надо. Тяжелый? Да, народ, я вам скажу, это еще то приключение-то. Погружай! Я захожу сами, пока! На гуся собрался парень. Помоги ему, Миха, снять, он сам не снимет. Как его, а?
Да, все, спи, спусняй. Вообще тяжелый. 16 килограмм. Выхожу. Серега говорит, 16 килограмм. Класс. Кошельки он всякие. А я знаю, модные. Ой, ребят, посмотрите, какая корюшка. Вот это да. Крупнота. О, мощь. Сейчас покажет. Мощь. Сейчас мы ее как-то кушать будем, по-особенному свежую. Говорят. Ой. Что будет готовиться? Ничего. Как обзывается? А как, ну, вот как это называется, да? И что? Ну, сейчас покажу. Вот от снега вот так раз. Снег главное снять. Да. Чтоб снега не было. Убрать самое вредное. Да. Снег. Так, отрезаем голову. И все, и кольцами режем. Да, и все. Ну, можно вот так сделать, чтобы Серега, потом легче чистить. А, Серега, Брониславыч, ты ТГФ-то вывел бы. Так. ТГФ-то этот вылей. Команды не было никакой. Вылей. А то еще кто-нибудь его махнет и отправится. Так, соль, перец. Сереж. Брониславыч, соль, перец. А что это не горит лампа, Сереж? Потому что ей хана пришла. А новой нет у нас заметки? Нету. А куда мы привезли? А, мы в Коноплю привезли. Так давай сейчас этот самолет летит, скажи, это отправят. Вот так, ребята, места-то. Лампы самолетами завозят. Так, солим, перчим и все? Да. И сколько времени надо так полежать? Костян, просто сразу есть. Костян, сюда. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-грил». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. А как эту чешую с нее? Там много чешуи. Снег же убрали. Я же вот специально, даже если кто без чешуи, специально сделал надрез. Офигеть. Вот, шкурку снимаешь и все. И все. Видишь как? Молодец. Как она? Покажи, покажи, что это. Весло. Гера. Холодное оружие. Ой-ой-ой. Вот это да, стилет какой-то, да? Стилет. Вот так, ребят. Это корюшку добивает, крупная, когда идет корюшка. Ей между крещами вставляют и проворачивают. Нет, это мы уклейку. Вот такие, ребята, гаражи, в которых у мужиков и проходит вся основная движуха. Да. А что, дел-то много? Снегоходы зачехлить, лодки расчехлить, все помазать, чтобы не заржавело, помазать, чтобы опять не заржавело, помазать внутри, помазать снаружи. Вот так, глядишь, год и прошел, а потом опять по кругу мазать надо. Капюшон неудобно стрелять. Вот такая колбаса здесь бывает всегда, в принципе, все время без самолета. Всю остальную колбасу завозят самолетом. А мы ее не едим. Да, но они еще и не едят. Собак кормят. Собаки тоже не едят. Сейчас я вам покажу, где мы. Маленькое озеро. Во, Светлогорск. Во, ребят, вот сюда мы забрались. Вот здесь Норильск. Дудинка. А мы вот здесь, короче. Ну. А прилетели мы вот отсюда. Вот от Красноярска и... До Светлогорска. Сейчас находимся вот здесь. Приехали в магазин. Хотели узнать, что это за ангар. Это, оказывается, каток летит. Массовое катание там на коньках проходит. Северный каток. Ледовый. А теперь идем в магазин. Все покупают в интернете, а здесь можно купить вот так прийти. А вологодского мороженого здесь нету? Жалко. Кореновки? Нет, вологодское. Не очень вкусное. Кореновки в Краснодаре. Нету. Нету вологодского мороженого. Ребятки, смотрим цены. Боржоми 125 рублей. Ну а как ты хотел? На материке стоит пиво иностранное 125. Так, галеты 335 рублей. Какая галерея? Конфеты 500. Коньяка. Ну что, самолет уже поставляешь? Ну так я что и говорю, здесь это прайс вообще. Филе куриное 360 рублей килограмм.
Куропаты абаканские, местные почти 300. А, купаты. Куропаты 380. Сметана 105. Я просто забыл, как это. Помидор по 600 рублей. Какой 600? Мне кажется, это... Яблоки 350 и 394. Где там яблоки? Мандарины, видели? Они здесь растут в ящике прям. Еще семенами сюда привезли, вот по 410. Вот так вот, ребята, нету навигации, нету дорог, все либо самолетом, либо баржей потом придет. Ну, куплю мороженку одну. Ты будешь мороженку? Нет. Точно нет? Зря. Десяток 195 рублей, да? Да. Как у нас страусины? Вот еще мороженку одну. Где уж считать? Один. Колбаса докторская, как маститая копченая. Миша, а, что нам может какого-то йогурта на завтра? А маленький? Надо пожарить. Да, да, да. Кстати, у них посолилек уже нету. Это не маленькая бутылочка просто. Даже может и ладно. У нас может даже уже на то, что купили, денег не хватит. Ладошку нам ответили. Ну вот, друзья, мы добрались в гостиницу. Сейчас поедим щуку. Да не поедим, мы попробуем. Это нам так вот разложили просто, сейчас по кусочку отрежут. На самом деле зовут эту щуку Нельма, скорее всего. Да. Сейчас помоемся и спать. Да, устали. Все устали, будем отдыхать. Сейчас я быстренько еще вам покажу гостиницу. Она, кстати, стоит того, чтобы ее показать. Это очень такой контраст хороший, да, контрастный душ. Вот такая у нас гостиница, это вход. И пошли сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Так. Вот так вот. Где-то внизу еще есть бильярд. Тут бассейн, сказали, будем себя хорошо вести, или если оплачем вторую ночь, то наберут воду в него. Да нет, он сейчас. Прыгнуть можно сейчас, да? Сауна. Ну, а тут кухня. Опять мы по кругу пришли. Здравствуйте. 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 Вот на втором этаже комнаты. Это вы еще увидите. Все, братцы, мы ложимся спать на улице. Вот сейчас 12 ночи, видите, полярный день уже начинается. Кстати, ты шторку убери, Глеб. Да, я сейчас закрою, блэкаут, шторка. А? Посмотрите, вот 12 ночи у нас. Может, на рыбалку? Почему спать-то собрались? Да нет, что-то подустали. Визуальный полет будет вообще. Шикарно.